Муж остался в восхищении от пикантного черно-белого снимка 21-летняя модель Тина Кунаки, ставшая широко известной благодаря мужу, Венсану Касселю, подтвердила слухи о своей беременности. Сейчас молодая женщина находится на серьезном сроке. Но это не помешало красотке появиться на обложке глянцевого журнала в первозданном виде. Вышел, лаконично подписала Тина фото свежего номера журнала Photo, на снимке, украсившем обложку, будущая мама прикрывает руками свои впечатляющие формы и задумчиво смотрит в сторону. Композиция получилась и трогательной, и эротичной одновременно, настоящая ода женственности. Это дико сексуально, магнетизм богини, засыпали Тину комплиментами подписчики. Примечательно, что среди комментаторов отметился и муж модели, актер Венсан Кассель. «Святой Господь Мария Джозефина», — написал счастливый супруг. Кассель и Кунаки поженились осенью 2018 года. До этого модели и кинозвезда встречались 2 года. Познакомились они на Ибице. «Независимая, эффектная, с вау, с такими шарами», — так описывал Венсан свои первые впечатления от знакомства с яркой девушкой. Его не смущала 30-летняя разница в возрасте. Тина, в свою очередь, понятия не имела, что ее новый приятель, в первый же вечер превратившийся в любовника, является известным киноактером. «Этот ребенок у Кунаки будет первым, у Касселя – третьим. Он уже является счастливым отцом 2 дочерей, которых ему родила не кто-нибудь, а сама Моника Беллуччи. Итальянская Мадонна в прошлом являлась женой Венсана. Посмотрите на бывшую этого парня. Посмотрите на его нынешнюю. Скажите, как ему это удается?» Задается вопросом один из пользователей сети, в попытке разгадать притягательность Касселя для прекраснейших женщин планеты.